Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Хоккейный клуб «Чайка» с управленческого бессменный чемпион золотой шайбы в Самаре последние 5 лет. На элитный городской подростковый клуб работает почти вся спортивная индустрия мегаполиса. Бесплатные ледовые тренировки на катке «Салют» и «Кристалл» дважды в неделю круглый год. В тренерский штаб в этом сезоне пригласили легенду куйбышевского профессионального хоккея 70-80-х годов Валерия Дадаева. Благодаря его опыту в этом году «Чайка» играла во всероссийском финале золотой шайбы в Сочи. На прощальном выставочном матче клубу противостояла сборная команда Самарской области. Там более они настроены на работу, на серьезную работу. Хотя они во многом уступают нашим ребятам, но желание у них побольше. Жалко, что у них вот недостаток льда был в сезоне, а так с ними, конечно, поинтереснее. Они хотят больше. Матч всех звезд золотой шайбы проходил по примеру матча всех звезд континентальной хоккейной лиги. Сначала хоккеисты «Чайки», «Космических аллигаторов», «Кошкинских барсов», «Красного яра», «Богатовского кристалла» зарабатывали очки в оригинальных упражнениях. Например, кто быстрее прокатится по периметру площадки, точнее попадет шайбой в мишени ворот и красочнее исполнит буллит. Были интересные конкурсы, все поучаствовали, все довольны, всем приятно. Сегодня великолепный день, замечательная игра, прощание золотой шайбы. Ну а мы лишь поддержали и, я надеюсь, доставили ребятам удовольствие. Вторая часть хоккейного шоу – сама игра. Только на этот раз команды сражались не за очки и медали. Юные спортсмены показали взрослый хоккей, отличное видение площадки, точные пасы, великолепное катание и зрелищные голы, доказав тем самым хоккейным специалистам, что у них отличные перспективы в городском молодежном первенстве. Городская федерация хоккея Самары будет такие турниры. Это уже хороший пример от «Чайки». Возьмем на вооружение в конце сезона для каждой возрастной группы «Золотой шайбы» будем проводить такие турниры. Нам нужно привыкать к хорошему хоккею, учиться играть в силовой хоккей, быть физически крепкими, не только мастерски владеть шайбой и катанием. Хоккейный праздник завершился уверенной победой «Чайки» над сборной командой Самарской области со счетом 23-9. Тем не менее, шоу порадовало хоккеистов. Все получили памятные подарки и индивидуальные призы. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!